Нет, наверное, я буду откровенный. Смотрите, друзья, у меня гость у нас с моей племянницей Юлией Сергеевной гость. Вот, Самокандский район, так? Самокандский район, село Вершина Биджа. Ага. Потому что вот я вашу вот брал в этот же год, в 17-м, я зимой, в декабре я к вам приезжал, брал ваши эти черенки, привил на свои подвои. У меня вот прекрасно ваша фаина уже ночью попробовал. Да вы что? Да. Минутку, а сколько прошло? Это в 17-м я взял зимою, в 18-м весной я привил. Вот ночью уже первый. А что вы взяли тогда? Фаину взял. Нет, на что вы привили фаину? А у меня, знаете, дичок растет. Я даже не знаю ни его название, но он не ваш, не этот, не манжурец. Потому что у меня есть ваш манжурец, они вот такие вот мелконькие, ну вкусные, это, сладкие прямо такие эти абрикосики. А у меня они крупноватые, такие грамм по 25 такие. Ага. И это... Это, наверное, байкаловские. Я не знаю даже. А больше ниоткуда. У меня дочь принесла откуда-то саженец, где-то у подруги взяла. Ну и оставила на крыльце, и вот он у меня там стоял, я его просто-напросто взял, да посадил у себя, и вот он принц, и вот сейчас он уже наверное, лет 10 у меня плодоносит. И вот то тоже вот, когда я у вас брал черенки, и я взял там в поросль к ему привил, просто оставались там кусочки, уже жалко было выбросить эти черенки, я взял на него там, напрививал несколько штук. И вот, понимаете, вот он у меня уже, наверное, года два, они как заплодоносили, и вот даже на самом на дереве эти вкус сменился, то они были горько-кислые такие, вообще, можно сказать, несъедобные. А сейчас прямо вот... А вот то, что несъедобно, а сейчас вы о каком сорте говорите? Я даже, вот знаете, не знаю, там бирки я не вешал, просто остались. А, в грызке? Да, ладно, так. Первый урожай ни о чем не говорит. Нет, ну, те, что которые привитые, те вкусные, а и на этих он поздний, он где-то до сентября, в сентябре только начинает спеть. Так, это же чудо! Но. И у него просто сладость появилась, вот кисло-сладкие стали, вот когда... А может быть, что от соседей его это... Возможно, у деда там живет рядом... Ну, то есть соседи, у него пчелы... Возможно. Я думаю, что вот от вот этих он перепыляется, что я привил на него. Так, смотрите, у меня вопросы прямо, я аж подпрыгиваю от нетерпения. Последняя зима, сколько был мороз? Вот это? Да. Я и говорю, что вот где-то больше недели до 46 у нас стояло. Нет, именно вот это, вот последняя зима. Не вот это, не сегодняшняя. Ну, вот, прошедшая зима. А вот эти, это последняя. И когда вы ели вот эти вот, говорите, вкусные? В прошлом году, ел ночью. Ночью? Ночью ел. Фу, так, тогда все. А то я с самого начала думаю, господи, авантюрист. Такой же, как я. Все эти. И вот я что хочу сказать, что на моих подвоях, вот у меня Артем 2 растет прекрасно, так. Фаина растет прекрасно. Вот это брал у вас миндальный, он привил в прошлом году, ночью весной он уже зацвел, у меня весь в цвету был, плодов не было. Обсыпался весь цвет, но вес был на цвету, но я аж обрадовал. Ну, у меня тоже прямо вот нынешние, вот ночью прививал, у меня в мой рост прививки повыросли. Так, чуть дальше сяду, то упор вас снимаю. Тише, и вот, я не знаю, вот на моих, Фаина, вот то, что у вас брал, она вымерзла. А вот на моих подвоях, на этих, живет... Так, ладно, так, я не втерпешь, у меня свои дела, я еще кончу тем, что, может, там вас оставлю. А и Юля тоже, ей работать надо. Смотрите, вы то, что, в принципе, сказали, это скорее плюсы, чем минусы, так? Теперь,
Вы приехали за Тоторов, мне предоставил честь продать свои сливы черенками. И вы сказали, что все 20 сортов по одной. Так я понял? Да. Ну, все, что у вас в каталоге есть, я все по черенку возьму. Все, что есть в наличии, вернее. Может быть, что-то и нет. Юля, все у нас есть. Наши тоторовские. То, что есть. Есть, да? Хотя бы вот... Вот этот сувенир Востока, мне он очень понравился, но вымер, он даже ночью распустился, зацвел и все. Так а вы наглость такую, 46 градусов, есть же предел всему. Вас в прорубь окунуть и оставить там. Я еще вот так прикинул, думаю, ты посмотри, какой мороз был, и он еще зацвел. И даже листочки начал, а потом раз, быстро. Ничего. Страшного. Я думаю, стоит привить моментально на второй-третий год, вы будете есть плоды. Я в прошлом году с него взял это, зимой его черенок, и вот ночью весной на абрикос привил его, этот сувенир Востока. Но он поросли не дал. Просто, на абрикос? Да. Он просто распустился, и все, даже не сантиметра поросли не дал. Ага. Но не знаю, может, дело в том, что и у меня кончилась неудача. Растил, он все больше стал похож на абрикос. И второе поколение, и уже почти на абрикос. Я был уже на седьмом небе. Он, вы поверите, он мне дал плоды невиданные, у меня есть фотографии. А потом все-таки эти саженцы у меня все погибли. Несовместимость. Ну, я думал просто, если что, вот просто я сейчас... Думаю, ладно, еще съезжу вас, если получится взять. Я-то привил, думаю, может, даст мне хоть сантиметров 10 поросли, чтобы я мог перепривить потом. Ну ладно. И это, что я хотел еще сказать? Что... я выписывал, как вы правильно говорите, я авантюрист, выписал с этого, с Энгельса. Саратовской области, тоже сливу. Так. Слыхали про такую бирбан-гигант? Слыхал, конечно. О, это самая крупная в мире слива. Да. Вот я выписал. Вот, ну, она ну, вот такие вот поросли дала, где-то сантиметров по 15. Ну и все, я тут морозы ударили, я взял ее еще. Ну там, как я почитал, что до 45 градусов морозы выдерживает. Она. Да, ну это сказки. Может быть, но я на всякий случай мешок вот из-под сахара распорол, как трубу одел на него, так, стружкой засыпал. И? Ну не знаю, как перезимовать. А, вот это, ну так вы, это получается, вы станете первым среди нас. Ну вот будем пробовать, не знаю. Я потом к вам, ученики, с протянутой рукой, дайте черенок бирбанка, у меня-то нет такого. Ну вот я еще хотел спросить, вы на такое еще не замахивались? Я уже устарел, у меня больше нету сил. Вот что есть, то есть. Ну, вот, сувенир Востока я называю королева сада. Ну вот у меня где это. Ну с ваших слив у меня осталось только сердцевидное. Ну, а это ни хрена не будет. Это такая зараза. Я еще удивлен, что ну, это. Ну, я вот брал у этих, у Пискунова черенки позапрошлом году тоже. Но она слива у них вся мелкая, можно так сказать. И не особо так. Я вот ночью сколько ее... Но она поздняя, правда, считай, до конца сентября висит. Но вкус не особо там вкусом. А еще откуда-нибудь что-нибудь выписывали? Ну, брал ну я это вот с субботинского питомника, ну и там я только эти брал грушу и смородину, все, там больше ничего не было. Какого питомника? Ну вот Субботина. А, ну да, ну у них, когда я был, но это было 30 лет назад, у них там выбор был небогатый. Да, ну, Сварог, северянка, больше да, ничего. Ну, у меня сейчас, как она, красуля, тоже сварог, северянка, лада, свердловчанка. Ага. Юля, у нас есть этот гигант Подмосковья? У меня есть, я у вас брал его. Я хотел похвастаться, опоздал, так, ладно.
Так. Это я уже вас опередил. Я вас же брал. Да, понятно, понятно. Хотел похвастаться. Ну, правда, лесная только... красавица, вот эти два суперсорта, я их так называю. Ну вот лесную красавицу. Остальные замечательные, все, но эти два. А, вот еще в это, какой-то абрикос я хотел. У меня рыжий есть, это Чернобаева, ну, тоже брал. Знаете, что мы сделаем? Вот еще у меня тут есть место, просьба, смотрите, я уже сижу, у меня действительно здоровье не позволяет. Вчера вообще давление было ужас. Вот что мы сделаем. Мы сейчас говорим про абрикосы, да? Вот это будет для меня как бы рекламная пауза, а вы губу раскатаете. Просьба вот тут подняться, взять тарелочку вон там. Сейчас открыть вот этот холодильник и вот отсюда достать замороженные ягоды. Вот открывайте. Только вначале тарелочку. Ну, пусть будет экспромт. А где тарелочка? Такую, это. Вот, а я похвастаюсь. У меня, видите как, вы первый, кто приехал. Так, а вот здесь, открывайте вот этот морозилку, и внизу увидите их ягоды. Ага. Вот все доставайте. Так они тут все в тарелочках. Нет, нет, не это, крупные, настоящие. А, вот. Ага, да. Сейчас. Вот. Это моя реклама, потому что я раньше демонстрировал в банках, а в банках они еще крупнее кажутся. И люди думают, что я их это, морочу голову. А это натуральное. Так. Смотри. Это какой сорт? А, вот сейчас губу раскатаем. Смотрите, я со слив. Так, венгерка богатырская. Ага. Как вам? Нормально. Хорошо, до 50 грамм весом. Да. Вот. Меня... Слушай, у нас чернослив есть, Юля? Нет. А? Здрасте, я резал. Может быть, по это... Человек губу раскатает. А, в смысле, черенки? Не, черенки, да. Черенки. Слава богу. Вот, возьмем. Больше ни у кого такого нет. Так, ну эти поменьше, эти грамм 45. Так, ну... Вот эта вещь. Вот жалко, что всегда на съемках вот настоящий этот, как сказать, объем не показывает какое-то чудо. Вот. Сейчас смотрите. Это, как бы его назвать, бай... Левицкого. Нет, да, ну да, бай, но он как бы, он уже не бай, он уже не Левицкого, он уже Железова. Да, да. Но по традиции да, назовем просто у меня, бай. У меня есть Левицкого. Назовем просто бай. Он крупный, но не такой. Смотрите, это бывший академик, который вовсе уже не академик, который вообще не... Ее Казьмин не узнал бы, отец академика. Представляете, какие чудеса, да? Вот, рыжий, как он вам... Ну, они ведь... И когда по это, они на самом деле рыжее. Он замерз и это, инеем покрылся. Вот. И, наконец... Королевские, ну его тоже сейчас не буду. Понимаете, они когда не заморожены, они красивее. Да. 100 раз. Они такие красивые, что вот. Вот все перечислил. Все. Да, да. Фух, сам смотрю, глаза у меня это самое загораются. Все, я уже не болею, я уже здоровый. Я уже здоровый. Да? Ну, возьми теперь вы в руку вот этот покрупнее, который. Оценить размер. Да. Вот это 100 граммовое. Вот. Теперь следующая задача, теперь наша с вами. Я не зря вам заставил это достать, посмотреть. Задача. Мы с вами добьемся 150 грамм. И я сейчас вам объясню, почему у вас так получилось. Вы прививали, смотрите, у меня манжурцы, они полудикие. И я никогда не даю гарантию, хотя у меня несколько поколений. Но они пошли у меня уже не с культур, не с, это важный разговор, не с патриарха. Что такое патриарх? Вот у меня из всех самых, он немножко, чуть-чуть окультурился. Ну, это, ладно, не буду такие слова применять. Короче, не брачные половые связи. И вот он стал чуть-чуть культурный, но все равно он из всех самых дикий. А на него это прививает Сергей. А я уже на сыновей прививаю. Они покультурнее, и у них уже лучшая биологическая совместимость. А вас, вы рассказали, еще культурнее. Там биологическая совместимость еще больше. И может, она перекрывает то, что мои более морозостойкие.
А потом кто сказал, что ваш менее морозостойкий, у вас холоднее там под Абаканом? Наверняка байкаловский сорт. Теперь совмещаем балкайский подвой. Но он-то культурный у него. Вот вы сказали, мелкие, но это там типа вкуснее, да. У вас они вообще вот вкусные. Вот понимаете, еще какая история. Вот я привил вот Артема на свой подвой. И вот но, и от корня пошел дичок. Но я его не стал ни рубать, но потом, если что, перепривью. И вот ночью он тоже первый год заплодоносил. Тоже абрикосики совсем маленькие, но тоже вкусные, сладкие. Ну, не такие, как вот мои-то в это. А почему вот он такой мелкий получился, я не знаю. А вы про Артем, так? Да, Артема. А он, дело в том, что подвод. Артем, он отличается от всех тем, что он незаконнорожденный. Понимаете? Что такое незаконнорожденный? Он самый, он вот так же, как Фаина и Артем. Это мои. Это вот, вы скажете, есть Артем официальный? Ну, у меня сына зовут Артем, я взял и назвал в честь сына. А я не знал, что на Дальнем Востоке есть сорт Артем. Чистое совпадение. А у меня два личных сорта. Фаина и Артем. Они настолько сырые, это вегетативные гибриды. Артем это бывший тоже этот. Вот смотрите. Самый крупный возьмите, еще раз, да, вот этот, допустим, да, вот это уровень моего этого самого академика уже, а с него получился Артем три раза мельче, а ваш еще мельче, он сырой, он хочет, мороз ждет, он становится мельче, причем заранее знают. Ну, понятно. Понимаете, вот что меня всегда убивает, что деревья заранее знают, что будет. Вот. В крайнем случае пропускают урожай, ну, чтобы не ослабеть. И вот это все, для меня это интересная тема, это мы с вами одно поле. Теперь задача добиться другого. Вот у вас, Артем, стал мельче, но это гибрид сырой. Так, у меня Фаина сырая, у меня Фаина суперсорт, а он не повторился ни разу. Это Фаина на следующее поколение красная, это желтая, это рыжая, это оранжевая, а это... Маточное дерево с яркой, красивой стало, чисто белое-белое. Видите, что творится? Это сырые сорта. Mm-hmm. Вот. Но когда имеешь дело с сырыми сортами, можно добиться чуда. Следующая наша задача – 150 грамм, точка. И мы с вами, а почему я говорю «мы»? Потому что у вас объемы. Вы сейчас переплюнете Сергея. Я уже себя не беру в расчет, мне 72 год. Так-то сад-то не совсем большой, ну, где-то... Ну, вы сейчас только червяков наберете. У вас есть возможность укрупнить, причем для этого не надо ничего специально делать. Привать и ждать. Вот у меня еще прямо больная тема такая. Я увидел ваш ролик с женщиной. Она где-то в Кемеровской, по-моему, области решила в школе сад посадить. Антонина Ивановна? Но я пошел в школу, спросил, я говорю, у директора школы, я говорю, давайте я вам сад сделаю абрикосовый. Она на стуле чуть не подпрыгнула от радости. От радости? Да, я говорю, все. Короче, это было дело весною, я напрививал ей... Ну, где-то, наверное, больше полста этих. Ну, я сильно не занимаюсь, потому что я попробовал, никто не берет в саженцы, и приходится их просто кому раздаю, кому просто выкапываю. Не раскрученный питомник. Да. И вот, ну и тут она мне как ой, да это же хорошо, это же прекрасно. Ну и все, я напрививал там столько абрикосов всяких разных сортов ей. Осенью пошел ночью, я говорю, ну что, надо там ребятишек, там привезите земельки, чтобы эти надо насыпать курганчики, там все, ага. И будем заниматься, садить. Вот вы понимаете, я поехал посоветоваться в райно, мне запретили. Тьфу, блядь. Я говорю, как запретили? Вот, не дай бог, ребятишки поймают какую-то палочку или еще что-то найдется. Я говорю, а по чужим огородам лазят, не боятся поймать этих палочек. Вы не шутите? Нет. И вот сейчас просто я даже теперь не знаю, куда эти сажи. Раздал уже в это. А я уже рот открыл сказать, Юля, отсыпка этих косточек, пусть начинают. Знаете как? У меня косточек вон. А они у них все равно, они без подготовки, они у них больше сейчас пропадет.
Я, почему? Потому что я вот всем говорю, и кто-то меня же слышит, тысячи людей сейчас в этом, в Яндексе появляются теперь автоматом мои фильмы. В школах надо начинать с семечек и заканчивать семечками. То есть посадили самые вот эти, вот, типа моих этих, маньчжурцев, сыновей маньчжурцев, и все. Потому что привитые, это все равно калеки, чуть-чуть хуже, и чуть руки опустятся у людей. Лучше, когда гарантия. А гарантия – это маньчжурцы непривитые. Вот вы бы сейчас, они вас, получается, не взяли, а если бы взяли, они бы большую часть погубили. Это совершенно неподготовленные люди. Ну, вот. И дети, вы знаете, Скугарева Антонина Ивановна в Кемерове, сколько часов она провела с детьми, прямо на уроках. Учились, учились, учились. А здесь-то на тебе все, погубят, идею погубят. Ну, вот я... А то, что она, чуть неудобно говорить про этих. Вы говорили не с преподавателем, не с человеком, вы говорили с чиновником. С директором школы я разговаривал. А директор школы это чиновник, это не учитель. Он был учителем, стал директором, он перешел в чиновники, а там один принцип, как у этого, хватать и не пущать. И вот у них вот на пришкольном участке, это там тоже это дичка, ну как она, сибирка, это там ее, я сам туда постоянно ныряю, выкапываю, там себе домой это прививаю и потом кому там себе рассаживаю, да, и вот, ну и вот, думаю, просто даже там садить не надо, пойти черенки, попрививать. Да, 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 месте, да. Все. А вот на месте, вот прекрасно было, да, бы. Вот, ну раз запретили, что я могу. Ну, повод нашла. Ей просто не нужна головная боль. Боже, вот Боже. Ей бы позвать телевидение, как вот устроила Антонина Ивановна Кемерова, школа номер 70. Приехала телевидение с Москвы, представляете? Ну, человеку можно было бы, она не захотела раскручиваться. Мы уж не будем ее фамилию трепать, да? Не хотела раскручиваться, ей это не надо. А так бы, сколько бы детям радости было бы. Само собой. Потом бы сады бы завелись такие, мы бы с вами не нужны были бы. Ну. Эх. Ну, вот, отказались. Вот это вы меня шокировали, вот это убой. Вот. Ну, вот так хочется спросить фамилию и номер школы. Ладно, не буду. Зачем? Не буду. Что надо, тот так все поймет. Дети палочку подхватят от деревьев. Мы с вами подхватили палочку. Помните, как я говорил? Я помню, в детстве поеду к родственникам в Черногорку. А у них там в огороде большая такая пятигранка, как мы, ну и до сих пор мы ее называем пятигранка. Она у меня два дерева здоровых, наверное, лет по 50. Это ранетка. Да, да, ну, на 5 граней. Да, да, да. И вот залезем, они зимой мерзлые, грязные, черные, в угле в этот сажи. Жуем вокруг рта, вот так вот все черное. А. И никто никакой палочки не подхватил ни разу. У нас другая палочка с вами. Садовод – это диагноз. Мне так, знаете, для меня сегодня... Вот я выздоровел, вот поверьте, вот рядом с вами я выздоровел. Так, теперь заканчиваем почти разговор, сейчас вот отключаться будет. Так, страна должна знать своих героев. Фамилию, имя, отчество называли? Да нет, не называл. Сафронов Виктор Лаврович. Сафронов Виктор Лаврович. Да. Еще раз, деревня, чтобы к вам за саженцем ехали. Вершина Биджа. Медленнее, потому что даже я толком не расслышал. Устьябаканский район, село Вершина Биджа, улица Заречная. Так, это два слова. Вершина? Вершина Биджа. Это одно слово? Да, да, но через черточку. Вершина Биджа. Да. О, слава богу, запомнил. Нет, я-то забуду, главное, чтобы люди не забыли. Вот. Ну и чтобы, конечно, не оказалось еще хуже. Я имею в виду, что это самое. Ну, я вот на забор повыше, я имею в виду, надо. На будущий год уже я абрикосы вообще прививать не буду. Вот сливу привью для себя. Ну, короче, у вас получилась коммерция про это. Да, мне сильно что-то я расстроился, больше сказал, прививками заниматься, только для себя. Ну хорошо, давайте второй этап. Есть возможность, это мы знаете как, когда-то автомобиль «Запорожец» мы даже по талонам получали, там на «Мерседесах» ездили, а мы по талонам «Запорожец» получали. Так вот, вы хотя бы не опускайтесь до конца руки, у вас будут урожаи, садите подряд –
все абрикосы, любые. Как? Одну, вот вы посадили, зима перезимовала, живо. Неважно, это будет маджурец, амур, Артем, которого вспоминали, да? Вот, королевский, фаина. И на второй год, на третий, то есть когда пройдет одна-две зимы, живы, продавайте непривитые. Возьми меньше, в два раза дешевле, по 300, по 500 рублей. Вот. А потом придет время, и вам учителя, директора школ, я же что-то добиваюсь вот этими фильмами, вам поклонятся директора школ. И вы уже будете говорить, я вам бесплатно предлагал, а сейчас ну хотя бы рублей по 300 давайте. Я это, просто посмотрел, вот даже у меня некоторые, которые вот не принялись просто, ну, я не знаю, по какой причине не принялись. И то они, вот я смотрю, оккультурились, у них это, прямо красные побеги пошли. Вот, ну, черенок этот так остался засохший, не пошел, а от него, ну вот. А подвое, вот, это я называю новое слово в науке, инфицирование. То есть, когда бывает как, привил, повлиял, когда уже пожил, может быть, год, два, три, и уже меняется подвое от привоя, привоя от подвоя. А здесь вот привил, а он, зараза, даже не шелохнулся. И все равно это. И я придумал новое слово, я гордо говорю, инфицирование. Это та же самая прививка, только смысл, я слово прививка нельзя применять. Сок попал туда? Да. Это такое чудо. Покончил, вот. Кулькова тоже услышал, тоже я живу часто, я у него тоже ягоду выписывал, эту, как он называется. Ой, царство его небесное. Хороший человек был. А что, он от коронавируса помнишь? Нет, дело в том, что мне кажется, самолечение. Что-то так быстренько, не... Мне кажется, самолечение. Мы уже планы строили, следующий телемост, Новый год. Мне кажется, самолечение. Его кто-то это подставил. Но это такие наблюдения. Не наблюдения. Просто все-таки общались. Ну я тоже так другой раз тоже с ним перезванивался. Воочию я с ним ни разу не виделся, а так перезванивался. Ну, а, вот гибрид Лорда я брал у него. А, это, ух я, ты, я, красавица. Ну тоже вот эту зиму вымерз. Ну а это-то как-то я, под снегом-то ничего не может. А откуда ему снегу? А, тьфу ты, Господи, у нас же с вами снега-то. Вот я сейчас возьму, встану, сейчас через это, а он уже отключаться будет. Вон она, улица, 20, какой сегодня? Сегодня 20-е. Да, 20 декабря. Вон он, снег, то есть, я надеюсь, видно? Да. Вон он, то есть, отсутствие снега. Вот так и живем. У меня было Новый год, минус 40, снега нет. У вас такое же было? Так, в прошлом году 46. И тоже снега не было? Снегу, я вот хожу по саду, на зады туда собак кормить, в сланцах, и даже в голяшке не засыпается. Вот именно. А люди думают это, у Железова 2 метра снега, вот что там по снегам дураковается? Я сейчас ехал до Саяногорска, вообще голые степи, вообще нет. Да. А она сказки рассказывает, обидно. Так, все. Заканчивается, осталось 10 секунд. Все, давайте прощаемся. Вы знаете, спасибо огромное. Все, у меня давление восстановилось, все. И вот, сейчас поеду, кстати, в деревню. Ура! Все, я за руль. До свидания.